До 31 октября Белорусская железная дорога проводит акцию «Дети и безопасность», приуроченную к началу школьных осенних каникул. В поле зрения окажутся дети и подростки, находящиеся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. В Новополоцке открылся новый пункт вакцинации против COVID-19. Он располагается по адресу улица Молодежная, 213. Ориентир – медцентр «Алекс Хелп». Время работы пункта с понедельника по пятницу с 13 до 18 часов. Госавтоинспекция Витебской области проведет с 22 по 25 октября профилактическую отработку местных автодорог и сельских населенных пунктов. Под особым контролем будут пешеходы-велосипедисты, а также то, как водители пропускают людей на пешеходных переходах. 26-й международный фестиваль органной музыки «Званы Софии» пройдет с 7 по 28 ноября. Под сводами Полоцкого Софийского собора выступят музыканты из Беларуси и России. Концерт открытия запланирован на 14 ноября с участием Ксении Погорелой и оркестра «Европа-центр».